Привет, подписчикам и гостям, я Джетли, у меня по-прежнему этот голос. Это Надя Десаминова, и сегодня мы будем создавать образ Снежной Королевы для клипа... Для клипа. Вот, в общем, как-то так. Клип в скором времени выйдет, заодно я Заодно я покажу, как мои тени, оттенки моих теней смотрятся на людях. Нам надо создать тебе бледность. Поэтому мы сейчас тебя немножко намажем зеленым. Охуенно! А мне не надо зеленый, я так зеленая. Не, надо. Ты будешь зеленая лучше. И, короче, у меня сейчас не все кисти есть. Поэтому я буду пользоваться еще немножко пальцем, но ты видела, я руки помыла. Они еще влажненькие. Влажные. Когда нет фона, ты все делаешь на кухне. Ты чё? Ору. Не кричи. У меня есть, кстати, белая помада. Да, блядь! За что? Я не знаю, чувак, не знаю. Еще и розовую. Заебись выгляжу, да? Все готово, короче, можно идти снимать клип. Я думаю, ты сейчас мне залепишь скотчем, блин. Не будем снимать пранк. Да. Сушить кисти, я мастер. Подожди, надо просто вот так вот тереть. Я прошу прощения, ты, наверное, не материшься в своих видосах, а я матерюсь как сука. Ну-ка, я знаю, что я сделаю. Я ее выжму. И просто... А, ну вообще у нас еще кое-что есть. Чего? Сися. Ну, блядь! Какого хрена? Я что-то смотрю на него и такая искра более безумия. Почему ты не предложила мне ее? На сиси? Да. А ну, я сейчас забыла, что она у меня есть. Я вообще ее для тональника использую. Да какая разница, ее помыла и нормально. Вроде сказали, что вот эту пленку с ней не надо снимать. Какую пленку? Ну, вот эту, в которой силикон. Вот, а мне что-то так подмывает. Я просто не знаю, мне очень хочется достать этот силикон. Не надо его есть. Когда нет штатива, и ты такой... На, сейчас, погоди, это надо сфоткать, ты чё, блядь? Блядь, мне... Ладно, всё, не буду отвлекаться. Это займет много времени. Что у тебя там случилось? Где? Да у меня камера с папачком. Говно. Зачем ты так делаешь? Это кошки твои. Что? Да. Тебе загадили телефон. Черт. Нет! Блин, надо тебе это монтировать. Мне? Да. Я не выдержу таких резких звуков. Я же обычно не кричу в своих видосах. А я кричу. Ну ты же видела мои видосы в инсте. Ну, конечно. Особенно мои инстастори. Блять, мое слово, конечно. Ну что, размазалась? А чё, ну возьми влажную кисточку. Вкусно. Нормально. Наверное. Все сейчас смоется. Да нет. Это наоборот, короче, надо влажно наносить. Тушевать. Ну что, получается? Да. Класс. Вот ты теперь бледненькая такая. Я там еще чуть-чуть коррекцию. Такое ощущение, как будто у меня болезнь. Знаешь, почему лицо такое белое, а шея черная, как у негра? Черт, мы забыли про шею. Сука.
Ничего. Все, мне хана. То есть что, получается, руки тоже надо будет? Да. Ну, руки мы в конце. И щекотно! Я не могу! Щекотно? Блин, хотела давно с тобой ролик снять. Вот я буду смотреть на это, и мне будет очень стыдно за свое поведение. На одну пуговичку просто. Ну так, чуть-чуть. Мне не важно. Короче, у меня такой тональник, это тоже Савика. Но я им пользуюсь. Потому что этот тональник, как ни странно, немножко лучше, чем какой-то корейский. Корейский смотрится на... Ну, короче, он на волосках скатывается. И такой, это такой... А этот кремовый. Ну, нормально? Да. Нормально. Сейчас такая... Блин, и такая... Бу-бу-бу-бу. Ну, я так и планировала, конечно, но... Не стоит. Все делаем одной кистью. А ты записываешь? Да. Ну, одна бровь, одна любовь. Одна кисть, один макияж. Господи, я только не вставляю вот этот мой смех. Где как будто я сморкаюсь. Но я так не сморкаюсь. Я так смеюсь. Ну, как бы у каждого свои недостатки, минусы. Мой недостаток в том, что я дам. Блин, то почему на всех тональник смотрится лучше, чем на мне? Я не знаю, как он на мне смотрится. 2007! Губы закрашиваем тоналкой. Я тебе их потом увеличу, не надо. Ого, они у меня что, большие были? Как твой член. О, как когда ты смотрела мне штанышки? Вот это надо. Мне страшно стало. Да твои волосы везде. Не смешно. Сука. Чё, Жиза? Там не только мои волосы. А что еще? Там моя жопа. Блять, шутки за стол. Усишки твои надо закрасить. У меня нет усишки. Да есть. У меня есть. У меня даже борода есть. Но ты об этом не знаешь, я бреюсь каждый день. Но ведь ты не бреешься. Да. Потому что я ее вижу. А я не буду трогать. У меня здесь что-то. У меня есть еще, кстати, фиксатор от MAC. Что это? Ну, типа фиксатор макияжа. Не надо. Ну, отмываться ты будешь дома, если что. Нихуя себе! Ну, приедешь такая мама, я была на съемках. Она меня как посмотрит-то? Да нормально. Мы тебе сейчас постараемся сделать что-нибудь хорошее, красивое. Ты так смотришь! Какая тогда вот такая довольная! Опа. А что это сейчас будешь делать? А это грим. Мы заодно его испробуем. Но я его не пробовала. Ах ты, сука. То есть я подопытный кролик? Нет, ты не подопытный кролик. Я знаю, что он безопасен. Для животника. Мне будет очень стыдно, если я увижу этот момент в видосе. Так, стрелки? Я не знаю. Я могу тебе их рисовать или ты? Я не умею рисовать стрелки. Но ты умеешь на людях рисовать? А еще можно было воспользоваться маслом для кожи. Я не знаю зачем, но я его купила, потому что у всех есть и у меня должен быть. А это, короче, это база для теней. Сегодня я превращусь, не знаю, в кого. Я тоже. Ай, щекотно, холодно. Холодно и щекотно. А как ты стрелки рисуешь, если блять, ты не умеешь? Ну, очень долго. А еще я психую. Блять, как бы щекотно. И холодно. Да тихо. Сейчас такая возьмет и замасюкает все лицо. Ой, блядь, задолбала меня уже. Мне так не нравится этот аппликатор. Он похож на джунгли? Угу. К
Кстати. Нет. В смысле нет? Нет. В смысле? Тебе надо? Ну, не, если надо, то да. Чтобы Билли лег. Я прям чувствую, как будто на мне тонны тоналки, блин. Ну, на тебе тонны тоналки. Кошмар. Я прям это чувствую. Вот так. Мне там кто-то пишет в контаче все. Чего пишет? Не знаю. Но я слышу звуки. А я не слышу. У тебя глюки? И тут такой, короче, ёбан. Это кто? Ну, один глаз не очень получился. Какой? Вот этот. Ну, мы его немножко подотрём. Вот так вот и... Всё, хорошо! Всё, класс. Сучики, руки и дамки. Кадамки. Кадамки. Что сейчас ты будешь делать? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Короче, это из набора тоже Салика. На синтетическое. Прикольно. Я хочу, короче, из магаза этого Антарас Шоп заказать. Это ты куда сейчас будешь? Сейчас посмотрим. Ну что? Ты думаешь, я вижу свои образы заранее? Нет. Нет? Я их все сдаю. Но я знаю, что примерно должно получиться, поэтому... Говно какое-то. Ну возьми поменьше вот такую вот. И такую вот, и пожестче. Ну, просто они для теней, но ладно. Ну, какая разница? Ну, как бы они сегодня будут использоваться для тебя. Я же могла просто взять этот хайлайтер. Что тебе мешало это сделать? Я? Чего? Когда что-то не получается. Блин, главное дредосами своими не скинуть все на свете. Да не скинешь. Ты мне и брови красишь? Да. Сейчас беленького еще возьму. Погуще, да? О! Заебись? Да. Хорошо ложится так. Все, не буду умываться, короче, буду ходить так каждый день, пока не смою все саму. Неважно. Мы сейчас подкорректируем. Не боюсь, у меня есть пальцы. Вот так. Это я боюсь больше всего. В смысле? Того, что у меня есть пальцы? Да. Вдруг они не оттуда растут. Как руки. Хотя... Мои руки. Чем тебе не угодили мои руки? Они мне угодили. Брови не твой формы, необычно! Ну, у меня просто другая форма, я привыкла на себе все рисовать. Ну, понятно. Я не всегда снимаю то, что я рисую. Сейчас будем рисовать тебе грубые такие таджикские брови. Не надо. Черным. Черным? Черным. Зачем черным, если ты сейчас белым делаешь? Да. Да, брус! С левой стороны у меня лучше получается все. Ну, прям уж так удобно. Тут нормальная бровь, а тут не очень. Сука. Да! Я думаю, никто на меня смотреть не будет. Я не знаю, зачем я это сделала, но... То есть ты не знаешь, зачем ты это все делаешь? Ну, посмотри туда. Я как... Первый снег. Не соглашайтесь на это. Все, кто ее знает, не соглашайтесь. Ну-ка, повернись. И все хорошо, все нормально будет. Мы просто делаем тебя еще бледнее. Да я и так бледная. Но все говорят, что ебать ты бледная, как поганка. Ну что, ты скажешь, посмотрите клип, я там вообще... Я там вообще снег. Снег. У меня в голове музыка классная, короче. Это холодильник.
Нет, у меня в голове музыка. Это холодильник бренчит. Ну, это не холодильник. Это холодильник, я тебе отвечаю. Да, я знаю. Но у меня музыка. Это холодильник, тебе сколько раз повторять? Ты не понимаешь. У меня там группа классная играет в голове. Наверное. Какая симфония холодильников? Да. А там вот эти... я же говорю, это холодильник. Там, короче, самый старый холодильник ебашит на барабанах. Блять, я хочу почесаться. Блять, нет. Чем можно почесаться? Я потыкаю себе, потому что мне не хочется почесаться. Да просто полосни. Как так вообще? Я просто хотела помочь, да? Да. Покажи всем и скажи, я просто хотела помочь. Да нет, я уже вынула. Я просто хотела помочь, я вляпалась ногтями, короче, в этот свой грим. Бич, не круто. Кстати, грим хороший. Бич. Тебе не щипет, ничего нет? Нет, мне просто хочется почесаться. Ну вот. Вот надо... здесь вот. А, ну я туда тональника мало наносила. Короче, грим хороший, аллергию не вызывает, можно покупать. Так, что мы делаем сейчас? Сейчас чего? Мы возьмем первый снег, потому что он подписан, я помню, как он называется, оттенок. Не страшно. Нифига не видно, я знаю. Он белый, видишь? Ну как снег, как моя рубашка, только белеет. И переливается. Блестит. Как? Сводчи, кстати, на втором канале есть. Чё? Сводчи на моем втором канале есть. Так, ты почесалась и стал не себе. Да, да. Я бы отключила холодильник, но я потом забуду его включить, и у меня все растает. Да, мне как-то не мешает. Ну, мне обычно говорят зрители, что типа отключи холодильник. Убить меня сейчас каким-нибудь гринем, скажет, что ты делаешь, блин? Хуйной страдаешь. Ну, видишь, у меня ногти теперь зелёные. Он, кстати, красивый. Сейчас как дуну. Не надо! Не дуй сюда. Как чихну. Бля, у меня шутка в голове классная, подожди. Ну. Давай, типа, сейчас как думаю, smoke weed every day! Сейчас как Дун. Smoke weed every day! Какую ставку? Smoke weed every day? Smoke weed. Да какая разница? Smoke weed! Короче, блядь, неважно. Кури еду. Что? А что, нет? У тебя что, нарощены ресницы? Нет. Почему они такие густые? Жизнь такая. Обида! Я такая, жизнь такая. У меня такие, жизнь такая. Блять, хватит всё. Smoke weed every day. Ты же знаешь, что я обычно 3 часа крашу, да? Да. То есть? Ну, то есть долго. Ну, может, на этот раз получится не 3 часа. Звезды говорят. Нет? Нет! 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 И тут, короче, надо вставить Гитлера, типа, най, и, короче, а потом меня такие, ты чё, блядь, против этого того самого? Что? Smoke weed every day. Теперь мы берем оттенок темнее, вот этот. Почему он рассыпался? Этот асфальт, короче, какой-то. Цвет асфальта? Я прям чувствую, как у тебя руки трясутся. Угу, я тоже. Да ладно. Ты понимаешь, почему я не могу рисовать? Да. Ты волнуешься. Я море. Посмотри, вот так. Ну, типа, вверх. Я надеюсь, я тебе в глаз не попаду. Богу. На Бога посмотри. Закрой глаза.
Когда сдули. Да. Все сдули. А, шутка про smokeweed, да, ладно, не важно. Все, прости. Не могу больше сдерживаться. Не сдерживайся. Короче, левая сторона получится хорошей, но с нее будем снимать, а правая не очень. Но ее правая. У меня правая жизнь не удалась. Та-та-та-та. Сразу перебежала. Почему туда, кстати? Я не красилась. Мне стойкость 24 часа. Чего? Будешь 24 часа стойкостью. Чего, я это смыть могу? Нет. Да. Нет. Почему нет? Они не смываются. Почему не смываются? Ну вот так вот как-то почему-то. Смываются. Я этому поспособствую. Типа стрелки ты ебанула? Ну, типа того сейчас. Все плохо, да? Бояться стоит, да? Я тут немножко это напортачила. Ну, короче, все лицо черное стало вместо белого. Не-не-не, все хорошо. И, короче, синячище сделала мне под глазами, хотя они и так уже есть. А, с правой стороны гип не надо. Что? Даже так же делать. А что это такое вообще? Где? Что? Где? Где вообще? А по марке замазывать в тетради. Это что, замазка? Египетская сила. Ну не, я крашусь, нормально все. Замазка? Ты что, не смотришь мои видео? Смотрю. Да я смотрю. Да я не верю тебе. Ну я иногда смотрю. Вид? Это вжух-вжух? Вжух-вжух, как это ново. Вжух-вжух, как это клёво. Вжух-вжух, как это клёво. Вжух-вжух, как это ново. И что-то я не знаю, как это новое. Ново, да? Ново. Этим полоскам, наверное, лет уже 10. Полоски. Закрой глаза. Зачем ты глаза расширяешь? Такая типа, я стараюсь. Ты ничего не понимаешь, я стараюсь. У меня в голове эта песня. Ну, вжух, типа. Клип, вжух-вжух. Так, это что? Зачем? По-моему, это ноябрьский день, но я не уверена. Я еще сама не очень выучила. То есть меня сожгут, такую красивую. Да. Ну, ты такая красивая, чтобы тебя сожгли. Сейчас такая на надеем глаз кисточкой за тупые вопросы. Кида. Я все, я больше не буду. Ну, мам. Надо что-то придумать, чтобы они не опадали так. Блестки? Да. Да, ну, ладно. Там все равно на камере видно не будет. Видно. Нет, у меня просто лицо светящееся. Ебало жирное. Луна. Луна, луна. Цветы, цветы. Тра-та-та-та. Это что? Опять? Не. Так, давай, главное, зубы тебе не накрасить. Ненавижу пользоваться аппликаторами.
И мне тоже щекотно, когда я так делаю. Оп! Оп, бля! Оп! Да хорош! У меня и так, видишь, хомячковый акцент. Мне приходится на тебя кричать. Ты не можешь мне отказать. За что? За все смешное, ёпта. Бля, я похожа на негра, на тигра, на панду, бля. Сделаю. Ты похож на Леди Гагу. Ра-ра-ра. Рама-рама-ма. Га-га-ла-ла. Господи. У меня губы горят. А? В смысле горят? Пожар! Да? Да нет, ну нет, нормально. Бля, может не стоит это на губы было наносить? Ну, знаем. Бля, ты, блядь, дышишь. Бля, как же... Сори, я забыла. Как ты могла об этом забыть? Я просто видела, как они полетели. Ладно, все. Все говорят себе не жри, а ты говори себе не жри. Хватит ржать. И тут, блядь, я заменила, потому что я очень боюсь. Заебись, Фу. Дверь. Что с штанами? Ой, это твои легендарные джинсы. Ну, я в них рисовала картины, и они как бы провалились. Модно. Я не знаю, куда это наносить, я нанесу это сюда. Заебись. Ну, под волосы. Заебись. Надо поменьше, пожалуй. Ты моргаешь хотя бы? Нет. Моргнула, хорошо. А что? Мне страшно становится, когда ты не моргаешь. Почему? Ну, ты такая... Такая... Ты что, умерла? Лучше бы ты спросила, ты еще дышишь? Да, дышу. Это, короче, блёстки. По-моему, они на губах нифига не фиолетовые. А нам нужно фиолетовый? Хорошо, что моргать ртом тебе не надо. Или надо? Ну вот и слава. Что ты делаешь? Ты щекотно опять? Нет, я просто угораю. Сделай так. Не могу. Почему? Я их не чувствую. Кого? Губ, как будто у меня их нет. Да? Бля. Няшка. Слышь! Ты что творишь? Братиш. Ты что, ешь её, что ли?
Это ты мне ее засовываешь, ей не важно. Я тебе на внутреннюю часть губ, чтобы она растушевалась правильно. Я же не буду ее тебе тушевать. Нормально, выглядишь как мертвец. Заебись. Так и надо. Все, теперь надо надеть парик. Сейчас мы наденем на надежду парик. Надевай шапочку сначала. Вот, в принципе, конечный результат. Так. Тут еще просто гель для укладки. Гель для укладки. Блять, что? Гель для укладки моей жизни. Пригодился бы, кстати. Шапочки про жизнь. В общем, всем спасибо за просмотр. Ну, ставим лайки, дизлайки, если вам как бы понравилось или не понравилось. Не ставьте дизлайки. Я терпела. Долго терпела. А вот, подписывайтесь, в общем, на мой канал. На ее канал. Ссылочку я оставлю в описании. Нет, там... Там жопа, не надо на мой канал. Лучше на мой... Инстаграм. Да. Ну, на Инстаграм я тоже оставлю тогда ссылочку. Такая вот снежная... Белоснежная. Белоснежная. Курлива. Вообще, надо еще найти корону. Смастерим! Из бумаги. Сейчас и займемся. Как закончить видео. Пока!